Всем привет! Что я пока великолепно накрашена, я думаю, мне нужно было бы выйти в прямой эфир. Как у вас дела? Всем привет, привет, привет! Так, ребята, у меня, в принципе, все хорошо. Да, у нас сейчас Бородина против Бузовой проходит, вот. Меня поставили в номинацию. Как бы интересно, где мой бойфренд? У меня нет бойфренда больше. И слава богу, мне не нужны такие бойфренды, знаете ли. А как-то там эмоционально не выжато. Я очень выжата, как лимон эмоционально. У меня была очень сложная неделя. И вот как бы там расставание, осознание всего, это Захарьяш, который начинает какую-то пургу нести в мой адрес. И плюс ко всему еще и номинация. Просто вот прям в конец меня прям выбило из колеи. И в связи с этим я такая... Класс. Я выбираю жить в кайф. Вот. Великолепно просто себя ощущаю. Но сейчас, в принципе, я отошла от этого всего, так что, ребят, не волнуйтесь. Я улыбаюсь, научилась краситься. Вот. Прилично. Если есть какие-то вопросы, задавайте, потому что, как обычно, моя рубрика «Ульяна выходит в прямой эфир» с 15% зарядками. Это будет интереснее наблюдать, чем за некоторыми парочками, так что пусть не бубнят. Ну, знаете, тут еще иногда так делают, чтобы... Ну, старички, короче, вне зоны доступа, а-ля. И меня это раздражает. Но я сильнее этого всего, я справлюсь со всем. Не проекта, с проектом, неважно. Хотя я очень люблю Дом-2. А, еще, кстати, меня начинают люди обвинять в лицемерии тут, и мне нравится то, что я начала тут высказывать свое мнение. И теперь, судя по эфиру, вы потом посмотрите, вот, что с тобой, ты стала агрессивной. Меня спрашивают, типа, настоящее ли это мое лицо, которое я сейчас покажу, типа, в агрессии. Возможно, да. Да, это одно из моих лиц, потому что раньше я старалась быть для всех хорошенькой, старалась... Ну, как-то обходя острые углы, высказываться и так далее, но больше я такого не позволю. Особенно с людьми, которые говно потом, ну, оборачиваются ко мне жопой, короче. Вот. Ты вспыльчивый человек? Да, я очень вспыльчивый человек на самом деле. И я очень часто пытаюсь это сдерживать себе, но потом я понимаю сейчас, а зачем? Зачем? Почему я сдерживаю свою вспыльчивость? Почему я не высказываюсь о людях, которые, по сути, мне никто? У меня есть парочка лучших друзей, которых я действительно считаю друзьями, а остальные... Ради них беспокоиться, как-то думать о том, что ты скажешь. Нет, я тоже буду прямо рубить то, что я думаю. Смотрела «Драки Балтер» с худышками, думаю, если бы мы с тобой разборки, ты бы ее ушатала. Вот она и не конфликтует с тобой. Я, кстати, тоже я об этом говорила. Говорю, Настя, говорю, а что ты на меня-то не лезешь? Потому что знаешь, что ты тоже можешь понести удар от меня. Покажи, что происходит рядом. Сейчас вон Кристиночка, красотка. Приветики, пистолетики. Губки сделала себе. Уже могу показать. Красотка. Сколько всего хорошего не делаю, все равно будут говорить, что ты плохая. Вот-вот. Люди, когда захотят до чего-то докопаться, они докопаются. И не важно, какой ты. Добрый, толстый, худой, красивый. Найдут себе какой-то изъян по-любому и докопаются. Ресницы свои, ну, свои, но с этими... Тушью накрасила. Когда Макса с Юлей выгонят, это же верх хитрожопости, я не знаю. Я жду этого мгновения. Передай воздушный поцелуй. Так, вы красивая такая, спасибо. Есть друзья на проекте? Знаете, что на проекте нет друзей априори. Вот есть близкие товарищи, единомышленники, и в ситуации, ну, единомышленники с тобой, а друзей тут нет. После голосования, как бы, я это поняла. Прекрасно осознала. Ну, ничего. Как бы у меня есть хорошие друзья, это трое человек, четверо человек, вот именно моих лучших друзей, они в разных интересах, я с ними по-разному познакомилась, но они всегда меня поддерживали, поддерживают и будут поддерживать. И это вот реально мои настоящие друзья, через которые я прошла огонь, воду, все плохие ситуации, хорошие они разделяли со мной. И вот это вот реально друзья. А на проекте это просто товарищи. Ты поменяла ник? Да, я поменяла ник. Все самого хорошего. Помада. А у меня три помады там смешно. Так, трудно психологически на проекте, да. Да, на самом деле очень давит. И
на самом деле очень так вымораживает. Вот. Покажи Ромашова, пожалуйста. Ромашов уехал, по-моему, он в отпуск. Вот его нет. Привет из Турции, привет. И главное, оставайся такой, как ты есть, и самое лучшее на проекте. Спасибо большое, спасибо, ребят. Что за помада? На моих губах три вида помады. Я их смешала. Губы, да, это мои от природы. То есть я никогда ничего себе не качала. И мне, кстати, участницы такие, может, что-то накачаешь? И она такая, крошки. У меня все отлично с губами. Единственная модификация внешности, которую я бы изменила, я бы себе сделала грудь и похудела бы. А так... А, ну волосы бы нарастила, потому что зимой как бы холодно. А так нет. Ты сама красишься? Ну, сама, и иногда девчонки помогают, иногда у нас визажисты красят. Очень хорошо поступила Бондарь, когда приперлась на БГ. Кто из вас так лицемерно поступает, когда подносит ей Паши? Что? Остались чувства, Максим, нет? Почему Захария шпаю с собой? А он даже, наверное, не ответит. Захарьяш. Сейчас я его спрошу. Захарьяш. Сережа, а ты можешь ответить, я просто в прямом эфире, людям, почему ты со мной воюешь? Потому что ты меня оскорбила, отстраполить хотела. Нет, а еще помимо всего. Нет. Ну просто в совокупности ты воюешь со мной, почему? Покажи новую пару. Балтер и Захарьяш. Заскриньте. Еще на ком языке скажу. Ты виновата, не я. Ты начала эту войну. Вот так вот. Захарьяш говорит, что я начала эту войну, потому что я его оскорбила. А то, что он говорит, то, что я недостойна находиться на проекте, потому что я не типаж проекта, он не начинал со мной войну. Короче, Захарьяш это... Ну мне все равно на него. Он живет как хочет, господи. Но я считаю, что человек, которому... 30 лет, сидеть на проекте уже 2 года и до сих пор тут сидеть, это такое. Вы шоу записываете? Да, будем. Что за тональник? Ой, не знаю, меня вот красит сейчас тональником, поэтому... В вчерашнем эфире цепанула ухо фраза «своеобразные девочки, настоящие, они сделаны, тиражные, индивидуальные». Вот из-за этого мы за Харишом ссоримся, понимаете? Типа ему подавай надувных каких-то кукол, вечно всех сделанных и так далее. Нет, я ничего не имею против таких девочек, но сам факт того, что типа на проекте должны находиться разные, я считаю, и строить разную любовь, и это нормально. И не должны быть все как штампованные, выходить из какого-то, я не знаю, этого завода. Пошел он в жопу. Так, у тебя природная красота, ничего менять тебе не нужно, ты и так шикарная. Спасибо большое. Так, ребята, я стрелки, я тоже сама рисую. Так, ладно, я еще вечером проведу обязательно прямой эфир, где будет менее шумно, я смогу с вами нормально поболтать. Вот, всех люблю, пока.